Привет всем, меня зовут Виолетта, и сегодня будет DIY или что-то типа такого. Настя. Сегодня будет DIY, и я покажу вам, как я делала всякие необычные разные футболочки, шорты там, ну и все такое. Вот одна из моих футболочек. Вот так. Которую я сделала. И смотрим. Чтобы сделать шорты, нам понадобятся джинсы и ножницы. Мы отрезаем. Round and round like a horse on a carousel. We go, will I catch up to love? I can never tell. После этого мы закатываем на два раза и делаем такие вот небольшие подборочки. После этого мы можем склеить клеем пистолетом или можно их прошить. Но я склеила. Для следующей куртки нам понадобится пистолет. Пайетки двух цветов, голубой и синий, и цветочки такие небольшие. На кофте мы выбираем то место, где мы будем приклеивать цветы. Я выбрала такой вот снизу, за цветочков, а потом приклеиваю пайетки. Для следующего нам понадобится платье и ножницы. Я обрезаю рукава двух сторон. Из рукавов я сделаю такой небольшой рукав. Для следующего нашего образа нам понадобится белая маечка. Вот такие вот две ниточки одного размера. Еще одна ниточка подлиннее. И такая вот пуговичка. Но я не буду подлинивать. Глаза. Мы делаем такие вот глаза и ротик. Приклеиваем каждые концы, ну, клеем пистолетом, чтобы они держались. Приклеиваем глаза и приклеиваем ручки. Для следующей нашей вещи нам понадобится вот такая вот цепочка с бусинками. Две небольшие ниточки или цепочки, не знаю что это, и концы. Приклеиваем вот такие вот цепочки к воротнику, к концам. Берем наши бусы. Чтобы сделать необычный узор на футболке, я ее закручиваю в центре. Не знаю, по часовой линии или против часовой. Какую вам будет удобно. Потом закрашиваем ее краской в любой цвет, какой вам нравится. После этого мы расправляем футболку, и у нас получается узор. Потом мы расстилаем газеты и гладим футболку, чтобы она высохла. Для следующей вещи нам понадобится мел, линейка, ножницы и, конечно же, футболка. Так как линейка у нас сантиметров 15, мы отмеряем сверху, с одной стороны и с другой. Потом прочерчиваем линии примерно на глаз, чтобы они были по одному или два сантиметра. После этого мы их разрезаем. Thank you.
just a paper, just a paper could remember everything inside of me just wanted to fit in. I was never one for pretenders, and everything I tried to be just wouldn't settle in. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? From the rest, do I have to run and hide? I never said that I want this. This burden came to me, and it's made its home inside. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? Смотрите, мы с вами прощаемся. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!